Артиллеристов называют богами войны. Они надежное прикрытие для пехоты на поле боя. Но с началом большой войны тактики и стратегии боевых действий сильно изменились. Сейчас быть артиллеристом означает оказаться под пристальным вниманием противника. Служить в артиллерии стало намного опаснее, но все равно круто. Война становится все более технологичной. Если раньше основную нагрузку несла на себе пехота, артиллерия по-прежнему остается основным средством поддержки пехоты. И сейчас артиллерия очень важна. Наша артиллерия немногочисленна, но за ней охотятся дроны «Ланцет», артиллерия и управляемые бомбы. Стало гораздо опаснее находиться внутри. До развития беспилотных систем эта самоходная арт-установка «Краб» обладала ценным преимуществом. Мобильностью делится военный с позывным «Фокстрот». Сейчас же артиллеристам приходится передвигаться намного меньше. Раньше то, что мы самоходные, было преимуществом. В случае обстрела мы могли двигаться и вести огонь по одной и той же цели, чтобы русские смолкли. Сейчас наши передвижения ограничены присутствием дрона «Ланцет». Я считаю, что война стала более технологичной. Мы нашли способ ответить. У нас есть FPV-дроны. Которые сбивают «Ланцет». Я надеюсь, что со временем это стабилизируется. И наш ответ также станет более технологичным. Сейчас главное правило артиллериста – надежно замаскировать орудие. Все зависит от маскировки. Если сейчас замаскировать гаубицу, это 2 часа. То зимой все займет гораздо больше времени. Артиллерист с позывным «Элвис» отмечает, работа в последнее время прибавилась. Противник не бережет ни своих людей, ни технику. Наша главная задача – контрбатарейная борьба. Противник обладает численным преимуществом в минометах, других орудиях. Мы пытаемся уменьшить это преимущество. Они бросают в нас мясо и снаряды. Их техника работает без страха. Мы прячемся. Они могут работать, например, со двора в городе Бахмут. Потом 2 ветками накрыл, например, и пошел домой отдыхать. Это неравенство нужно нейтрализовать. Сильнее всего эти парни хотят поскорее вернуться к родным, но вопреки усталости они готовы и дальше отражать вражеские штурмы, приближая победу Украины.